Меня зовут Чеф Чилиус. И сегодня день моей смерти. Хотя, возможно, я тороплю события. Мне вкололи какой-то китайский наркотик. Сделайте что-нибудь, док. Он жрает твой адреналин. Есть тысячи способов его поднять. Сейчас тебе нужны все, иначе смерть. У меня есть ровно час, чтобы отомстить. Попрощаться с моей девушкой. И выйти в свет с Шиком. Все, что мне нужно для этого, оставаться в живых как можно дольше. Взбодри меня. Готов. Где Верона? Я не знаю, где он! Ты так напряжен. Что случилось? Мне надо сказать тебе кое-что. Я наемный убийца. Если хочешь порвать со мной, обойдемся без лжи. Стой! Теперь идем. Ты же должен был сдохнуть! Я? Или твои дружки? Джейсон Стэтхэм. Неизвестный мужчина стоит за сегодняшними беспорядками. Это его последний выход. Адреналин. Меня зовут Чеф Чилиус. И сегодня день. С 31 августа в кинотеатрах. Однажды я был таким, как вы. Давным-давно. Вы идеальны и чисты, как белый лист. Нет ошибок, не о чем сожалеть. Люди смотрят на вас и видят чудесное будущее. Как вы станете умницами, врачами, адвокатами. Не хочется рушить иллюзию. Но если вы будете расти здесь, скоро начнете торговать собой на улице. Будете бахаться героином из грязного шприца на остановке. А если и разбогатеете, то лишь продавая дерьмо толпам наркоманов. Для вас будет проще простого отнять чью-то жизнь. Ведь никто никогда не объяснит, что это грех. Может быть. Но вы не такие, как я. Бомж с дробовиком. Это, мать вашу, настоящий ствол и ограбление! Пошел, пошел, пошел! Бомж с дробовиком. Мама? Да? Когда человек умирает, это навсегда? Да, к сожалению, навсегда. Обещай, что я уйду первой. У нас впереди еще много времени. Мсье Матвей, если вы хотите, чтобы расследование двигалось, нужно нам помогать. Нет. У нас с тобой одно уязвимое место. Семья. По мотивам реальных событий. О тебе хорошо заботиться? Ну и славно. Ты мне как брат, Шарли, если что, сразу прилечу. Это вопрос чести. Я жил бы понятием 40 лет. Нахрена они нужны, когда ты мертв? Если убьем их, начнется война. Шарли, мать твою, она уже идет. Шарли! Вы знаете лучше многих, что значит потерять самое дорогое на свете. Да в гробу я ваши бандитские байки видала.
Если ввязался в игру, это с концами. Выйти невозможно. Чтобы подняться, мы боролись. И убивали, да? Будешь проклят до конца. Он связал, честное слово. Тогда почему в него стреляли? Не знаю. Один выход с дома. Зло есть зло. Это твое имя. Смирись. Пролитая кровь не смывается. Индульгенцию за такое не получишь. Ты останешься таким навсегда, бродягой, для которого не писаны законы. 22 пули. Забудешь об опасности хоть на секунду, тебе конец. Давай сыграем в игру, Рэй. Я не хочу с тобой играть. Ну, пожалуйста. Нет. Я сказал, будем играть, Рэймонд. Хорошо. Чудненько. Главное действующее лицо – твой босс, Микки Пирсон. Ты слишком умен, чтобы шантажировать нас. Мой грешок – безобидная травка. А твой товар во все времена был и остается разрушителем миров. Ты потерял хватку. Тебе стоит рассмотреть мое предложение. Меня не купишь. Интрига закручивается. Не будем останавливаться на всех тузах и шестерках, но наш герой – голодный зверь. На кону стоят серьезные деньги. Тут наш главный злодей врывается в сюжет, как новогодний фейерверк. И чужими руками развязывает войну. Вы должны это увидеть, босс. Это одна из моих ферм. Как они ее нашли? Я наведу справки. Его зовут Нах. В смысле, это реальное такое азиатское имя. Нах. Не надо. Давай, Нах, вставай, поднимайся. Нах. Микки, дыма без огня никогда не бывает. Ты должен его погасить, причем быстро. Грядет большая зачистка. А значит, уберут и тебя. Ты знаешь, льву, чтобы выжить в джунглях, мало вести себя, как царь зверей. Надо быть царем. Блеск! Становится жарко, не так ли? В джунглях закон только один. Когда лев голоден, лев ест. Джентльмены! Тут одна неприятность вышла. Вы кого-то убили? Нет, его гравитация убила. Телефоны сюда! Ах ты ж! В кинотеатрах с 13 февраля. Это я. Я был одиночкой. Избегал людей, как будто они зомби. Всю жизнь я мечтал найти девушку. А можно я подремлю здесь немножко? Моя мечта сбылась. О боже, что с тобой? Раз в жизни заснул с девушкой, а она меня чуть не сожрала. Коламбус. Ты лохайся. Может показаться, что город разрушили зомби, но Гарланд всегда был таким. 2 месяца назад пациент номер 0 сожрал зараженный гамбургер. Теперь это Соединенные Штаты Зомбиленда. Талахасси, как голодный зомби, искал Твинки. Будто детское лакомство могло вернуть миру невинность и порядок. Хочешь узнать, как я бью по роже? Охренеть! Так вы рискуете из-за Твинки? Мы возьмем ваше оружие и припасы. И если найдется, жвачку без сахара. Классно оттянулись. Вы их не застрелите? Если они не пальнут меня. Будем надеяться, что пальнут.
бросайте пушки. Тебя взяла в заложники 12-летняя девчонка? Девочки взрослеют быстрее, чем мальчики. Нам еще повезло, что они не бросили нас на дороге. Мы едем к тому, кто на самой вершине славы. Билл Мюррей, ты зомби? В твоих краях так здороваются, да? Сюда, мерзкие уроды! Когда-нибудь ты найдешь свое призвание. Это будет истребление зомби. У вас черный юмор. Умей радоваться мелочам. Это так смешно. Ну и грустно, конечно. Да.